Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, 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 все здравствуйте. Так, мои дорогие, я в начале своего видео у меня будет сегодня такое домашнее, а-ля соляночка такая. Немножко того, немножко того, немножко того. Но я хочу сказать, мне часто спрашивают девочки: Элла, а вот как себя ведет, вот, например, меня спросила там одна девушка, как себя ведет подставка для ножей. Я хочу сказать, да как она ведет. Послушная девочка, работает, все, что надо, функцию выполняет. Иногда, да, иногда я ее сушу, покажу, как она сушится, и мою пластиковую обыкновенной жидкостью. О, вот так. Вот надо ее помыть уже, видите, так вот, ляпис. Ничего с ними не случается. Такие макарончики, правда, вот. Сполосну, потом вот так вот просушу, и все, что с ними бывает, такие классненькие. Так, ну это надо уже сегодня помыть. Это вот из-за того, что, знаете, она не грязная, это из-за того, что я вытаскиваю, ну где-то, наверное, 2-3 раза в месяц-то я точно ее мою. Я уж так не засекаю это. Здесь вот дырочки есть, и не скапливается ничего. Если будет возможность, еще можно повыше брать. Так что это у меня высота, знаете какая? Сейчас скажу. 18,5 сантиметров. Вот я померила на это. 18,5 высота. А по диаметру она, ну я так думаю, где-то 11. Вот. Можно брать повыше. Так, еще насчет ножей. Я показывала тогда, ножи брала в это. У меня разные, керамические из Галамарта. Девочки мне говорили, что они там бьются, царапаются, все такое. Ничего с ними нет, сколько уже, наверное, ну, может, год, наверное, я ими пользуюсь. Не бьется, не царапается, но я больше брать их не буду. Нет, нет, я все-таки хочу брать железные ножи, и все-таки я хочу как-нибудь раскошелиться на пару-тройку ножей таких японских, или как там, которые, знаете, так, и режут, и все, в общем. Короче, которые дерево можно резать. Шучу. Я как порой ляпну, так мне потом это... Как вы можете такое говорить? Так, господи, язык без костей. Что хочешь, то и говоришь. Девочки, они пока новые. Супер-трупер-галатрупер вообще. И это... Да, они еще режут все такое. Ну, вот ничего с ними. Ну, вы же видите, да, все навюсенькие, все это. Но они тупятся, и потом что? И что? И ничего, и что? И выкинуть жалко, потому что они у меня как бы это, не знаю. И выкинуть жалко, и что с ними сделать? Вот что с этими ножами? Повешать на стенку это и смотреть, что... Ну, нет, я все-таки буду брать железные. Хотя говорят, что они не тупятся, ну не знаю. Вот я сейчас купила вету. Оказывается, тоже в Галамарте вот это вета. А я обычно на Т как-то термемент или как-то... Сейчас, если... Вот эта фирма, сейчас, где мои очки? Я почему-то думала, что вот эта фирма. Конечно, вот когда моешь посудомойки, так я-то не мою, а вот муж мой иногда моет. Вот здесь вот фирма написана, видите? Вот эта фирма классно, а это Вета, ну вот, видите? Он хорошо режет, лезвие обалденно какое, ну пока новое у всех это. Но, смотрите, девочки, видите, вот это ходит. Вот это не до конца, да, это... Но лезвие пока остро. А вот эти, вот сколько я их брала, вообще супер ножницы. Знаете, как прочитаю я это? Трамонтина. Вот Трамонтина, она в Галамарте тоже продается. Вот это тоже Ветта. А нет, вот Трамонтина, кстати, вот. Обалденно. Это для овощей. Хлеб режет вообще как... О. Вот, смотрите, вот это плотно заделанного, вот, Трамонтина. Так что вот эту фирму запросто можно брать, и лезвие широко, и режет хорошо вообще. Ах, ах, ноготочки мои. Так, в общем, про ножи сказала, про эту сказала, про еще. Еще меня спросили, сейчас я... Еще меня спросили, ну, часто спрашивают про вот эту доску, которая у меня лежит на столе. Девочки, она большая, она вот такая пластиковая. Сколько здесь сантиметров высоты? Доска супер. Правда, она стоила что-то 2800, по-моему. Так, сколько она здесь? Ну, в общем, почти... Ну, в общем, полтора
сантиметра она, полтора сантиметра высоты. Наверное, 60 сантиметров длины. 60 на 40, да, 60 на 40. Я уже где-то говорила или писала, 60 на 40. Вот эта ткань как пластиковая, я не знаю. Для чего она у меня лежит? Она вот здесь. Девочки, бывает у меня и муж, и когда дети приходят, и все там, они любят порезать что-то на столе. Они лишний раз, это, они не ищут легких путей, они, как я, очень легкие пути. Там раз и на столе могут порезать. Ешь яблочко только напополам, и все. Ешь там то, и все. И на столе вот эти вот подранки. Мне это не нравится. Я искала это все. И потом, когда я нашла, у нас в магазине в Ионосе. Да, была она что-то 2800, по-моему, последний раз я видела что-то полтора, но там красная была. Красная как бы вот, ну, но для этого дела я бы красную сейчас взяла. Она во многом меня спасает, потому что не было бы этой доски. Эта доска тяжелая, все, ее никогда не убираешь, она лежит здесь, и она большая. И что хочешь на ней можно, и она моется хорошо, понимаете, вот. Поэтому, да, она меня спасает. Только не надо мне писать, я бы такого мужа и убила, и все, я это уже слышала, и это. И как хорошо, что вы не я, а я не вы. Поэтому мы с мужем и живем 30 лет. Вот, и не надо его убивать ни за что, Господи. Это такие мелочи, что я порой сама ленюсь. Знаете, у меня есть очень такая нехорошая привычка, но сейчас меня спасает. Раньше, когда не было бахилов, я такая что-нибудь забуду. Ну я всегда перед уходом, я всегда смотрю, чтобы была плита закрытая и чтобы были окна все закрыты. Окна, закрывайте окна, даже если никого нет дома. Если никого нет дома, особенно закрывайте окна. Закрывайте окна, закрывайте. Вчера у нас был пожар в городе. С верхних этажей упало на открытое окно. Бычок на балкон и загорелся, и там вообще квартира загорелась. Ну, закрывайте, закрывайте. У нас даже в нашем доме лет, наверное, 15 назад был тоже пожар. По-моему, на 11 этаже тоже так же бычок попал на балкон и горела квартира. Закрывайте этот. И я что хотела сказать. И у меня есть такая привычка, что я что-то там уже оделась, обулась, и такой... Как хорошо, что сейчас есть бахилы. Я забыла что-то и одеваю бахилы, тогда иду смотрю. А раньше, я, представляете, уже лень разуваться, думаю, а я так на носочках. Хотя, кто из моей, ну там, дети или муж бы так сделал, я бы, наверное, стала бы, знаете, а мне пофигу на тебя, на какой стороне у тебя эта тюбетейка. Вот, поэтому не надо говорить, я бы его убила, я бы его прибила. Прежде всего нужно смотреть на себя, и тогда все будет окей, и все оби. Так, про ножи сказала, про подставку сказала, про доску сказала. Что еще я не сказала? Что-то я еще хотела. Ладно, сейчас покажу, вспомню и скажу. Ха-ха-ха. А, ну про часы бант, ми-бант. Я уже говорила, девочки, что да, это и шагомер, и все. Сейчас у меня скоро будет, скоро на лугах лягут белые снега, да. А со снегами у меня будет ми-бант 3, ха-ха-ха, 3 рубля. Жду, не дождусь. Ми-бант 3 мне очень стимулирует, чтобы я подвигала своей пятой точкой двумя этими моими красивыми и этими модельными ножками. Вот, чтобы я это самое, не только это, и шагомер, и часы, и будильник, как же мне нравится будильник, я завожу будильник на телефоне, и во сколько мне надо, чтобы я встала, он мне на руке там, он не будет весь всю мою 16-этажку, ну, естественно, мужа любимого, когда мне надо встать. Много в нем привилегий. Часы, будильник, шагомер, там сколько я калорий сожгла, там не сожгла. Вес, как меня, знаете, как мне нравится, когда я там уже... А у меня установлено, что 6000 шагов я должна делать в день. Хочется тебе, не хочется, ты должна поднять свою пятую точку и... Вперед из песни. Поэтому, как я только сижу, вот особенно когда я монтирую видео, я там посидела сколько-то, у меня там такой человечек, ну типа говорит, ты не офигела, а ну-ка пошла подвигалась, сидишь тут, фигней страдаешь. И я такая, да, можно нажать, иногда я нажимаю, потому что бывает такое, что, ну, вот мы ездили, когда Степку покупали в Сургут, да, там же там без движения я спала, все такое. Но он как-то это, и вы знаете, и утром просыпаешься, он говорит, сон прошлой ночью был, вот сегодня я сейчас скажу, сколько у меня сон был.
вот этой ночью. Вообще, у меня сегодня сон был шикар. В общем, для такой ленивой опы, как я, Mi-Band просто необходим. Просто, потому что, ну, он меня стимулирует. Мешает он или не мешает? Им, конечно, можно и душ принимать, все, но я, когда душ принимаю, я снимаю. И вот сейчас на бассейн буду ходить, я тоже, наверное, буду снимать. Ну, зачем рисковать? Хотя, у меня же скоро будет Mi-Band 3. Поэтому, может, его можно испытать, постоянно хотя бы не снимать в этом бассейне его. Также про браслет мой. Ну, вы можете видеть его в каждом видео, он мелькает, потом я его не снимаю. Для давления он, я не знаю, помогает, не помогает, я принимаю таблетки. Ну, для своей успокоения душеньки, чтобы у меня было все супер-трупер, галатрупер. Я ношу и браслет, и пью таблетки, и если надо, будет цепи собачьи надену на себя, только чтобы помогало, только чтобы я была здоровенькая, счастливенькая, а я к этому стремлюсь, так что я буду здоровенькая, счастливенькая, и все у меня будет хорошо. Так, и еще хочу вам подсказать немножечко, я уже про это говорила не раз, но еще хочу напомнить, те, кто новенькие появляются, может, они не знают, девочки, чтобы в день, ну, знаете, многие спрашивают там, как все успевать, как все делать, все такое. Ну, все успевать, ну, практически невозможно, практически. А вот как, чтобы следить за этим, чтобы держать на контроле, когда ты держишь на контроле, то значит, ты все равно по-любому сделаешь. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, не послезавтра, так лет через 50 ты точно сделаешь. Понимаете, и для этого у меня есть вот такая умный блокнот, я его называю. Есть умный будильник, есть там умный, что там, холодильник, есть умный чайник, а у меня есть умный блокнот, вот такой вот, он очень умный, даже вот это вот, то, что оно задралось, это тоже есть в чем-то, знаете, такая, ну, просто, что я его посмотрела, так кинула, значит, это видно, что небрежно я с ним обращаюсь, но без него я не могу. И желательно, можно любую брать тетрадь, можно, но я вот беру вот такую, покупала на почте 30 чем-то рублей, я сразу брала штук 5, по-моему, мне нравится на кольцах отрывать хорошо. Каждый вечер я пишу себе план работы, на следующий день выполняю, что не выполнила, я переписываю на следующий день. Вот у меня здесь вообще, ну, на самой верхней привычка месяца. Ну, привычка месяца у меня в этом месяце две. Это скороговорка, это потому что нужно как бы разговаривать. Вот еще после болезни я так заметила, что кое-какие, ну, когда с давлением-то я попала, кое-какие слова и кое-как, мне как-то было тяжело выговаривать, и я всегда, ну, не всегда, я вот после больницы, я возле зеркала стояла там, тренировала, что у меня не вытягивалось, но я так старалась, как бы не говорила, но сейчас уже вроде бы у меня нормализовалось, поэтому я могу сказать, что функции вот эти, а то вот поначалу, может, кто и замечал, что видео там были такие, я как бы так не могла выговорить, представляете, но, если очень захотеть, можно в космос полететь, поэтому какие мои годы, еще и в космос летаю, господи, вот. И это скороговорка и зарядка утром. Так, потом первое, разобраться с светом, это квитанции. У меня что-то опять там они напутались с этими квитанциями. Я платила, у меня друг выставлено там, где я передаю за свет, у меня там выставлено такое-то, а я это уже передавала, и что мне два раза платить? Ну, в общем, не могу до них дозвониться, придется, наверное, идти, как обычно. Разобрать стол. Где чайник, это вот здесь. Вот с этим столом у меня постоянно мазофаза. Мазофаза это то бишь. Стоит что-то туда одно положить и хамбец. Ну положить или покласть, я не знаю. И хамбец будет. Еще у меня, кстати, девочки, сразу это хочу сказать. Пиво у меня еще с тех времен, когда я пила пиво-то. Вот, наверное, майское, ну или июньское. У меня его здесь. Пивзавод, можно сказать. И здесь, и на даче я всегда хранила, чтобы у меня было это самое. Я просто хочу посмотреть это. Является, я не знаю, так я искала, не искала. У меня много его, это самое. Срок годности нет или есть или нет. И может, кто может подсказать, что с него можно приготовить. Ну, или уже, если ничего не приготовит, то тогда полью там или огурцы, или цветы, или что. Потому что, ну, надо же куда-то их использовать. Жалко же просто так выкинуть. Так что буду ждать, что можно приготовить из пива. Я знаю, что там бутылку наливаешь и сверху курицу. Ну, это как бы это, ну, бутылку, ну, и курицу, и курицу.
курицу мы не съедим, и курицу мы так не запекаем, и не едим. Ну, вот мне интересно. В общем, с этим столом разобраться. Разобрать стол, ну, погладить. Посуду помыть, ну, то есть помыть, представляете, это так загнуло, помыть! А это значит включить посудомойку, представляете? Постирать. О, а постирать это, мама, не горюй, это хамбец. О, сейчас расскажу, может, это сказать или не сказать, с кем это мы так делали. Ну, в общем, с подружкой, с моей. Приветик, моя дорогая. Раньше, когда она жила там с молодым человеком, ну, машинок не у всех были автоматы, у меня была тогда. Ну, я говорила ей, там, постельно приходи ко мне, стирай. Господи, что там? Как раз, говорю, пивка попьем, говорю, ей это самое. Ну, и вот приходит каждый там выходные, она приходит ко мне, ну, пивка попьем, все такое, пятое, десятое. Потом как-то так получилось, что он к нам пришел, мы говорим, да приходи, говорю, будем стирать и пивка попьем. Он говорит, это как? Я говорю, увидишь. И он когда увидел, как мы стираем, что за нас там стирается, а он такой думал, что ха-ха-ха, они там одна стирает, трет, другая полоскает, а мы закинули и постирали. Вот такие мы были хитрые. Я думаю, ты знаешь, про кого я говорю? Я люблю тебя. Так, посуду постирать, с лекарством разобраться. Да, у меня там с лекарством нужно разобраться. То есть, как с лекарством разобраться, мне нужно узнать, что у мужа, что у меня, потому что конец месяца. Я знаю, что у нас лекарство на месяц, и нужно что-то докупить. Так, видео смонтировать, приготовиться к дню рождения. Я сейчас расскажу вам, почему надо приготовиться. Там не обращать внимания, вот мне кастрюли нужно помыть, здесь нужно перебрать. Я это, семечки, это все я собираю на дачу. И это, что помыть. В общем, это сейчас сделаю. В общем, вот на днях у меня у невестки день рождения. День рождения моего птенчика. И я купила, знаете, ну, все знают, что я когда там дарю им там денежку, там все такое, ну что-то придумаю, как подарить деньги, у меня там много задумок есть, как я дарю, что там, все такое. Есть хорошие отзывы, есть, которые не понимают, говорят, херней я страдаю. Ну и очередной раз я хочу пострадать херней. Вот у нее день рождения, и чтобы это не так просто тупо было, я тебя поздравляю с днем рождения, счастья, здоровья, креп. А чтобы у нее немножко так запомнилось, что какая у нее свекровушка, которая пьет иногда кровушку. И даже когда дарит подарок, тоже там хочет. В общем, я купила вот такой конвертик. Видите, он большой. На самом деле, самый лучший день. Игра-квест. Это подарок на день рождения. Ну, типа. Вот открываешь, и там лежат вот такие картинки. Смотрите. И вот здесь написано. Боже. Здесь написано правила игры. Смотрите. Вот. Правила. Видно вам или нет? Может, кому-нибудь пригодится, может, кто-нибудь сам так придумает, и вам будет интересно, да? Вот. Ну, и здесь там что там написано. Игра первая, соседское мнение. Вот так вот. Игра вторая. В общем, можно просто, или я просто хотела сделать элементарно, когда они придут ко мне, и здесь вот такие карты есть, где писать, что... Вот, здесь номер. Блин, сейчас... Вот, видите, 6, так, 12. Я в покупках там показала, где я купила, подсказка номер 3. Так, сейчас, 10. Расскажу, в общем, первое. Ну, там первое же там правило игры, да, подсказки, все такое. А здесь найди отличие, ищи там следующую подсказку. Ну, нужно найти и отличие, и там искать подсказку. Зеркало. Вот нужно, видите, здесь зеркало есть, а здесь нет. Нужно за зеркало что-нибудь спрятать. А где у нас зеркало? Ну и в ванной, и... Ну, будем знать, где она. Подсказка вторая. Чудо-техника такая, все хозяйки отдыхают. Хоть и есть там барабан, музыки не место там. Отгадай загадку. Ну, это, наверное, машинка стиральная, ха-ха-ха. И в каждой, вот где она будет идти, там будет лежать вот такая подсказка. Ну и какой-нибудь маленький подарочек. Я ей такой утешительный приз за то, что она будет бегать. Я ей туда постараюсь ставить. Подсказка на 5. Расшифруй анаграммы, найди лишнее слово. Ищи там подсказку. Я не знаю, какое лишнее слово. Облако. А, тут вот слово, и нужно узнать там, какая это. В общем, интересно будет. Агурда. Ой, боже, мне самой еще нужно поломать голову.
Вот я это. Кто кому еще кровь попьет? Так, потом дальше. Шестая. Бабка надвое сказала, мал да дорох, вот здесь дописать надо там, без году неделя, ноги кормят, ой, ноги кормят. Что ноги кормят последнее? А ну-ка подскажите мне. Ноги кормят. Год, нет, ноги кормят. Волка, господи, точно, волка же, господи. Ой, да я не совсем еще это, тупенькая. Чуть-чуть. Впиши в клетки первые буквы, сложи их в правильном порядке. Л, лимон, торт, ананас, мороженое, персик. А ну-ка подскажите, что за слово? Что за слово? Что за слово? Так, хорошо, хоть вы у меня есть, господи. Так, дальше, восьмое, подсказка. Он от голода спасает и продукты охлаждает. Открывай скорее дверь и подсказку там проверь. Ха-ха-ха, три рубля. Так что, это восьмая подсказка. Дальше, подсказка. Расшифруй слово. Вот здесь расшифровано слово. Вот видите, вот эти вот, это, но. Вот здесь есть такой алфавит, видите, и есть буквы, которые обозначают. Поэтому вот это слово... шкаф вот это вот. Так, подсказка. Так. Десятое. Три равняется ОУ, равняется... Расшифруй слово, ищи там подсказку. Боже, вот это вот, что такое? Вот это вот. Надо... Ваша помощь зала нужна. З равняется О. ЗО, У, К, ФН. Не знаю. А ну-ка, шевелим все мозгами. Такая подсказочка будет. Так. Гром, море, ветер, врач, кумыс. Следуя примеру, встав пропущенные слова, и узнаешь, где лежит подсказка. Гром, море, веер, врач, девочки. Не получится у меня квест-игра. Это не для таких продвинутых бабушек, как я. Так, и двенадцатое. Расшифруй, что написано в подсказке, и узнаешь, где искать дальше. Катерла. 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 Алретак. Тоже нужна ваша подсказка. 12-я. Прям пишите по подсказкам. И 13-я. Ты справилась со всеми заданиями. А теперь следуй по карте и узнаешь, где спрятан сюрприз. Вот карта. Представь, что и карту надо нарисовать. Ха-ха-ха, 3 рубля. Точно. О, у меня постиралось уже. Видите, как я стирала с вами вместе. Одна бы я не справилась, вы мне только помогли. Ну, в общем, вот такая и... Ну, я показала это правило игры. А еще первая игра, здесь вот мне нравится, соседское мнение. Все участники садятся в круг, в центре круга встает ведущий, он может подойти к любому игроку и задать им вопрос. Но ответить на вопрос должен сосед справа. И если он сделал это правильно, то получается одно победное очко. Неправильно, одно штрафное. В процессе игры участники подсчитывают свои правильные ответы. А победит тот, кто наберет больше всего победных очков. Музыкальный крокодил. Ха-ха-ха, обожаю крокодила. В всемирно известной игре «Крокодил» нужно изображать слова с помощью мимики и жестов. Мы предлагаем вам сыграть музыкальную версию этой игры. Роль ведущего передается по очереди каждому участнику. Он загадывает песню и говорит ее название на ушко объясняющему игроку. Его задача изобразить сюжет песни пантомима. На это дается ровно одна минута. Участник, который отгадал название песни, становится следующим. Ну, в общем, короче, вот мне как будто сказал песню, я сейчас пою. Как вы узнаете или нет? Я не знаю, поняли вы или нет, это было. Пусть бегут, не уклюжи, пиши колоды, положим. А вода по асфальту рекой, ха-ха-ха, 3 рубля. Не смешно, я знаю. Игра «Я никогда не». Все игроки садятся в круг и по очереди признаются в том, что они никогда не делали. Тот, кто делал, загибает пальцы. А когда будут загнуты все 10 пальцев, этому игроку предлагается выбор. Правда или действие? Он выбирает, что будет делать. А остальные участники придумывают его камерзный вопрос или просят выполнить какое-нибудь задание. О, это типа фанта, помните? Ну вот мы играли в фанты там. Так укорекать поэта. Ну и в общем, подсказка первая. В общем, это я показала. Так что, вот это, мне кажется, завтра у меня весь день съест все.
всю эту подсказку. Не знаю, получится у меня это отснять или нет, как она на это реагировала, но я постараюсь ей смягчить жизнь такую. Ух, да? Так, ну и дальше, в общем, короче, к дню рождения приготовить, помыть фритюрницу. Мне нужно фритюрницу помыть, потому что я на ней вроде ничего не готовлю, но она вот пластиково-белая желтеет, и вообще, если получится мне помыть, я, может, выставлю на Авито, надо ее продать, зачем она стоит просто так. Почистить флешки и компьютер, ноутбук. Да, это тоже работа, это очень большая работа. Вот это, кстати, я оставляю на закусочку на самый вечер, когда буду одним ухом слушать там или Малахова, или еще кого-нибудь там это, и буду чистить это. Поэтому вот этот список у меня это. Все, что я не сделаю вечером, одним так ручкой так раз вырвала. Здесь уже чистый листочек, и я пишу все, что осталось, что я в этот день не сделала, на следующий день. И получается супер-трупер-галатрупер. Так что это очень важная вещь, вот этот блокнотик. Сегодня, конечно, у меня настроение прекрасное, и я могу ответить на этот звонок вот так. Да, слушаю вас. Мы подготовили увлекательный семинар, на котором вы получите подарок. Это будет сфера для стирки, которая очищает вещи от самых сложных пятен, грязи, травы и жира. А семейная пара получит дополнительный подарок-сюрприз. А как я могу обращаться к вам по имени и отчеству? Слушайте, ваш развод я уже 300 тысяч лет назад знаю. Что туда приходят, что там впаривают, что пихивают. Так что, девочки, пожалуйста, я вас умоляю, красивые мои, забудьте мой, пожалуйста, номер телефона, если это возможно. Хорошо? Хорошо, всего доброго. До свидания. И вам всего хорошего, мои дорогие, всего хорошего. Но в основном, знаете, мне вот так вот бесит вот эти вот пустые звонки. Вот всякие законные мы почему-то это там подтверждаем, там, или как там сказать, выпускаем всякие законы. А вот такой закон, чтобы человека пустыми звонками не беспокоить, да, там, ну вот не давала я разрешения вот этому телефону, чтобы он мне звонил и приглашал куда-то там какие-то сюрпризы дарил. Потому что вот эти вот, вот это куда приглашают, у меня приятельница ходила туда, она говорит, ну что там какой-то, что-то она сказала, там какую-то путевку что ли ей втуливали там, что-то. И дали ей подарочек, знаете, она мне еще прислала, а я говорю, у меня такая есть. В лимон вставляешь и вот так вот брызгаешь. Сколько времени она потеряла, я говорю, Танюх, ну а ты чего хотела, бесплатный сыр-то только в мышеловке. Я вообще на вот эти всякие тревелы, мейвелы, я не ведусь, это вот бесплатно, знаете. Бесплатно, но все хорошо. Бывает один из тысячи, где пришел, о, мне так повезло, не представляете. Ну, это из того плана, что там распродажа. Поехала я, например, в Тюмень или в Екатеринбург, там действительно бывают распродажи в магазине, даже в том же Сургуте. У нас такой фишки нет, у нас если есть распродажа, у нас только написано «Салая». Сало бесплатно, сало с процентными, короче, или сделает какую-то это. Так что поэтому, ну вот зачем мне звонить каждый раз, или там приглашают там на какие-то раскладушки, кушетки. Ну знаете, вот эти вот звонки, которые раньше, знаете, или там фейс лица мне сделать там красивенький. Да куда еще красивее, я не понимаю вот этого прикола. Так что вот они меня, вот эти вот выводят меня из себя. Ну ничего, я сильная, это, здоровая духом. Всего им хорошего, конечно. Но я понимаю их прекрасно тоже, понимаете. Но это их работа. Вот. Ну не нашли они никакой работы. Но знаете, с работой очень тяжело. Может сидит там женщина, это вот единственный выход, единственное, как она может заработать зарплату вот так вот, да. Она, может, и не понимает. Может, конечно, она понимает, потому что я тоже работала в таких всяких вот, не буду называть их там, эти компании, где, знаете, тоже приходит человек, вот, мне нужно, чтобы он купил. А он же думает, что вот я куплю, я здоровею, там все такое. Так что сама виновата, сама на таких тоже работах работала. Когда не знаешь, как, вот, знаете, семью-то надо кормить. И вот приходится вот так. Но это лучше, чем, знаете, это лучше. Человека должна работать своя голова. Это лучше, чем человек бы продавал бы наркотики, ну, что-то такое вот. А это уже ладно там, по мелочи. Хотя тоже как бы
Ну, некоторым вроде это, ну, не знаю, мошенничество или нет, но это же официально работаешь, тебя официально устраивают, все такое, поэтому как бы эта женщина и ни при чем там, можно сказать. Ну, а как вот, вот как вот? Сейчас нам делали, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, у нас вечная молодость. Мы сейчас должны до 63 лет работать. А работу найти, это не так-то просто. Пришел там, да, я хочу у вас работать. А мне работодатель говорит, welcome, welcome, добро пожаловать, мы вас ждем. Нет, им надо там, чтобы даже уборщиц сейчас, вот всякие вот эти фирмы, которые сейчас же не просто приходишь на работу там, например, ты приходишь в магазин и говоришь, я хочу работать у вас уборщица, no. Есть специальные фирмы, где там набирают это, чтобы работали уборщицы, как это их называют, эти клининговые, что ли, вот. Поэтому, и также эта женщина, может, искала работу, ну, вот ей сказали, да. Есть, ну, вот такая работа, будете обзванивать, вешать лапшу на уши. Она говорит, ну, а что? У меня другой ситуэйшн нет. Нет, мне нужно зарабатывать семью, мне нужно как-то кормить детей. Поэтому не суди, да не судимый будешь. Ну, я вот по-вежливому попросила, я в последнее время я с ними стараюсь вежливо разговаривать. Но это по настроению. Бывает, что в день столько звонков, что я могу сказать, летит кудри, 28:45, пи-пи-пи-пи. Так что вот так. В общем, я с вами поговорила. Сегодня у нас такое видео было. Ля-ля-ля, тополя, все обо всем и ни о чем. Ладно, мои дорогие, если вам понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы мне извините. Всего хорошего, мои дорогие, и всем пока-пока.